Дело было в Мангалоре. Она приехала из Майсура с несколькими волонтерами. Утром, когда у нас были игры, появилось несколько новых человек. Одна из них, казалось, была повсюду. Бросала фрисби Садхгуру, была во всех играх с мячом, и в вышибалах явно целилась только в Садхгуру. Никто не знал, кто она. В конце программы Садхгуру представил ее нам как преподавателя Иша-йоги. В то время она работала в банке. Она была очень привязана к Садхгуру и всегда была рядом с ним. Я помню, как она рассказывала о своем браке. Когда я спросила Виджи, как произошла ваша свадьба, она сказала, что когда они встретились с Садхгуру, на той самой первой встрече они узнали друг друга. Вот и все. Для нее это было достаточно. Это была очень скромная свадьба в маленьком храме Шивы возле водопадов Ируппу. В то время Садхгуру занимался развитием фермы. И она знала все, что происходило на ферме. Она была там, как только у нее появлялась возможность. Половину месяца он проводил на своей ферме, а другие полмесяца проводил программы в Хайдарабаде, Мангалоре, Коимбаторе или Тирупуре. Каждые выходные Виджи приезжала на инициацию из Майсура. Все, кто знал Садхгуру или Виджи, знали их как Джаги и Виджи. Они всегда были вместе, повсюду, во всем, что они делали. Они учились друг у друга, играли вместе, много путешествовали, буквально как цыгане. Такой была их совместная жизнь. Она занималась йогой только потому, что это что-то значило для меня. Она занималась йогой не ради здоровья, не ради благополучия. Ей было безразлично ее собственное благополучие. Она занималась йогой только потому, что это что-то значило для меня. Я говорил об этом, и поэтому она это делала. Много раз она открыто говорила об этом людям, что она хотела делать что-то, что имело бы значение для меня. На самом деле, Виджи большую часть времени была скорее как мой ребенок, а не как моя жена, потому что она была такой. Но, тем не менее, у нас все время были очень тесные отношения. Она была словно моя тень все 12 лет. Она просто была повсюду, где был я. Она организовывала йога-программы, она была повсюду, работала весь день, она делала все. Каждый раз, когда она провожала Садхгуру, она не просто говорила «пока» и возвращалась к своим делам. Она смотрела, как он садится в машину, она смотрела, как он отъезжает. Она махала ему и продолжала махать, пока он не исчезал из виду. Это происходило практически каждый день, даже спустя 10-12 лет после свадьбы. Она была очень глубоко предана Садхгуру как человеку. Также она постоянно открыто заявляла, что не имеет ничего общего с духовностью. Ее интересовал только Садхгуру, человек, который был ее мужем. И это был ее единственный интерес.
Но никто не может оставаться рядом с Садхгуру, если он так или иначе не предан своему духовному росту. Хоть она и говорила, что не находится на духовном пути, что это не для нее и все такое, я думаю, что постоянно, с самого начала, она не могла не двигаться по этому пути. То, что я несколько раз видел Садхгуру, оказало глубокое влияние на меня и мою жизнь. Это должно быть во многих отношениях постоянно происходило с Виджи, что, очевидно, оказывало на нее большое влияние. Она готова была помогать в чем угодно. Что бы ни происходило, она была там. Не из-за того, что там был Садхгуру, и как его жена, она должна была тоже быть там. Нет. Она делала это потому, что также хотела, чтобы с людьми происходило что-то хорошее, и люди получали пользу от Садхгуру и пользовались этим. Даже спустя много времени после одного инцидента она все еще вспоминала и спрашивала: «Ты не пришла, чтобы встретиться с ним? Садхгуру пришел и встретился со всеми, но ты не пришла. Почему?» В ней не было такого, что нам нужно общаться с этими людьми, а с этими нет. Она была любящей ко всем. У нее было доброе, мягкое сердце. Если кто-то что-то ей говорил, она без колебаний могла снять свой браслет и отдать его, если бы это решило проблему. Она была очень отзывчивой и любящей женщиной. Буквально за 2-3 дня до того, как начинались занятия в школе, я внезапно говорила: «Мама, я не сделала домашнее задание». В эти 3 дня я писала правой рукой, а она писала левой, чтобы выглядело похоже на мой детский почерк. Садхгуру никогда по-настоящему не говорил об этом открыто. Но время от времени он многими способами давал Виджи понять, что его ученики, их благополучие и то, что должно с ними произойти, гораздо важнее, чем его обязательства перед ней. Я знал с вами Нирмалананду уже долгое время. Я познакомился с ним почти 20 лет назад, или даже больше, в очень необычной обстановке. И с тех пор мы были в некотором роде дружны. Примерно в начале 96-го года мы с Виджи отправились в заповедник Бэр-Хиллз. Раде тоже была с нами. Мы разговаривали с ним, и он сказал: «В следующем году, в январе, когда наступит Утарайана, я хочу уйти». Я спросил его: «Почему?» Он сказал: «Я жил как йогин, но я не хочу уйти как роги. Я хочу уйти как йогин». Он спрашивал меня. Он говорил, что не совсем понимает, как ему уйти. Он построил для себя небольшой самадхи. Но сработает ли это? Что произойдет? Впервые я начал говорить о совершенно ином измерении. Я рассказал ему некоторые подробности о том, что мешает, а что помогает человеку уйти. Виджи была там. Она слушала все это и внезапно просто разрыдалась. Она плакала и плакала. Я просто игнорировал ее и продолжал говорить с ним. Он тоже всхлипывал и задавал мне вопрос за вопросом. И мы вдавались в подробности о многих вещах, о которых обычно я нигде не рассказывал. После встречи с Нирмаланандой мы спустились ниже. Я припарковался, понимая, что она в определенном состоянии. Я просто стоял на дороге. Оттуда открывался невероятный вид. Я просто стоял на дороге, Рада тоже была там и играла. Виджи подошла и упала к моим ногам и сказала: «Я тоже хочу начать то, что делает он». Я попытался отшутиться и в некотором роде свести все на нет.
Она же плакала и повторяла, что хочет уйти, как он. Я спросил: «Хорошо, но готова ли ты делать садхану? Начни, и дальше посмотрим». Я даже и не думал, что у нее хватит настойчивости, чтобы усердно ее поддерживать. Так что я сказал ей: «Выполняй садхану, а я посмотрю, насколько серьезно ты это делаешь. Если дойдет до этого этапа, там посмотрим». С того дня она стала совершенно другим человеком. Внезапно, за последние 8-9 месяцев, она сосредоточилась только на одном. Потому как все шло, я видел, что она интенсивно продвигается к этому. И через 2-3 месяца она даже начала уверенно говорить, что собирается скоро уйти. Тогда я попытался немного ее замедлить и спросил: «Какой смысл делать это сейчас? Все эти 12 лет брака мы путешествовали, и только сейчас у нас появилось место, где ты можешь жить, куда ты можешь приглашать других людей и готовить, и делать то, что, как я знал, для нее значило многое». Поэтому я спросил: «К чему эта спешка? И нашей дочке всего 7 лет». Я сказал: «У тебя все складывается хорошо. Почему именно сейчас?» Тогда она сказала: «Сейчас внутри себя я ощущаю абсолютную красоту, и снаружи все для меня прекрасны. Сейчас то время, когда я хочу уйти. Я не знаю, как долго я смогу поддерживать это. Всю свою жизнь я была в замешательстве. Сейчас же я пришла к такому состоянию, в котором я хочу находиться. Я хочу уйти так». Таким образом, я много раз пытался по-своему немного замедлить ее. Наступил декабрь 1996 года. Мы знали, что Нирмалананда уйдет, и мы отправились в Карма-ятру. Это был последний этап освящения Дьяналинги. Я хотел кое-что прояснить для тех, кто был вовлечен в этот процесс, и поэтому отправился с ними в путешествие по 7-6 штатам Индии. I have nothing much to say. This 12 days trip is yeah, I certainly experienced tremendous energy, and I can say I've taken one or two steps towards my growth. And certainly it does help me to be a little more mature person, and I consider myself very lucky to. I only hope that I carry and be some useful to everyone. После карма-ятры она вся светилась, как полная луна. Люди, которые видели ее в те последние несколько недель, могли ясно заметить, что она сияла, словно луна. Затем я должен был сказать им: «Она собирается скоро уйти». Мне никто не верил. Я говорил: «Это так». Начиная с полнолуния в декабре, она начала подавать еду в ашраме. 3 полнолуния подряд она хотела готовить и подавать еду. И она хотела уйти. Затем 21-го мы отвезли Раду в школу. Она уже говорила Раде, что уйдет через некоторое время. Девочка никак особо на это не реагировала. 21-го вечером мы вернулись из Ути, а вечером 23-го она ушла. Около 8 утра Садхгуру позвонил мне и попросил меня побыть с Виджи, потому что она выполняла определенную садхану. И весь этот день я была с ней, медитируя, помогая с другой деятельностью. Шамбо, Шамбо, Шамбо. И все. Она вышла из помещения незадолго до этого. Она вышла около 6 часов, потому что хотела найти цветок розы. Она попросила одного из брахмачариев принести цветок розы. Они побежали в ванапрастхашрам, принесли цветок розы. Она держала цветок розы в руке. Шамбо, Шамбо, Шамбо. Всего 7-8 минут, и все.
Только через три дня, во время медитации, я внезапно поняла, что она заранее знала, что это произойдет. Ее Махасамадхи — это словно обещание для меня. Если ты действительно этого хочешь, это возможно. Что если ты настолько интенсивно ищешь что-то как абсолютное, ты сможешь достичь этого. Махасамадхи Виджи сильно изменила подход жизни, который был основан на логике. Никто никогда не видел ее такой. Но внутри она была настолько интенсивной и целенаправленной. И, конечно, Махасамадхи доказывает нечто подобное. То, чего не было видно. То, чего люди не видели. Такое ощущение, что с ней все время постоянно работало что-то еще. В йогических традициях этот день считается очень священным, потому что многие люди приходили к этому либо намеренно, либо просто затягивались в это. Они либо выбирали, либо оказались притянуты к тому, чтобы осознанно отбросить свое физическое тело в этот день. В этой традиции очень многие сделали так. Даже здесь, выше, мы стали свидетелями великого события. Виджи, у которой не было ни какой-то великой садханы, ни большого знания, с непосредственностью ее эмоций, интенсивностью внимания по отношению к тому, что она хотела. Это произошло невероятно легко, без усилий, в то время как даже искусные йогины столкнулись бы с некоторыми сложностями, чтобы сделать подобное. Это произошло очень легко. Есть много способов достижения наивысшего. С помощью чистой энергии или осознанности, или абсолютного самоотречения, или с помощью преданности. Я назвал преданность в последнюю очередь, но это самый быстрый способ. Я ставлю ее последней, потому что грань между преданностью и заблуждением настолько тонка, что многие будут ее упускать. По мере того, как их все более ошеломляет, все более и более глубокие взрывы энергии внутри, люди постепенно становятся преданными. И это хорошо. Самые мудрые люди всегда преданы. Это иной вид мудрости, которые логические умы никогда не смогут понять. Они постигают жизнь по-другому. Виджи была взрывами преданности и замешательства. Когда она смогла достаточно долго удерживаться в преданности, она достигла этого. Это был путь. Таков был и ее путь тоже. Вот три вещи, которые она была бы очень счастлива увидеть, и чем она бы гордилась. Каким замечательным образом произошло освящение Дьяналинги, несмотря на ее отсутствие в то время. И, конечно, все остальное, что происходит с Ишей, и последнее, но для нее это не было бы последним. То, как выросла ее дочь.